Всем привет, с вами Прия. Недавно на Близконе анонсировали информацию о том, что Ульдуар будет включен в режим путешествия во времени в дополнение Лича. Окей, 8 ноября навряд ли это случится, потому что все еще не отмасштабировано, не переделано и не закончено. Следующее личевское событие, если я ничего не проглядел, будет 14 февраля 2018 года. Возможно, к этому моменту Ульдуар уже появится в списках путешествий во времени для дополнения Лича. Остается только ждать, надеяться и верить. Посмотрим на самом деле, насколько это будет тяжело. Насколько будет тяжело пройти Ульдуар в режиме путешествия во времени, потому что Черный храм, это все еще зависит от группы. До сих пор, даже после второго или третьего его уже, что ли, открытия в путешествии во времени, появляются люди, которые не знают, что там делать, и не знают, как правильно играть своим персонажем при таких маленьких статах, при таком маленьком количестве стат. Да, это печально, конечно, но все учатся, да. И самое главное, чтобы вам попалась некоторая ученая группа, скажем так, для Ульдуара, если хотите пройти его безболезненно и без появления седых волос. Да. Всех вам благ, счастья, здоровья, ставьте лейку, делайте подписос, берегите ноги и до скорого.